камни шел. Ну, когда к канаве подходил, видел бобра. Но не успел. Тут пока я сиду, смотрю бобра. Оба-на, рыжая валяется. То ли застрелил ее кто-то, то ли что. Ну, в общем, нашел рыжую. А так, сейчас иду дальше, смотрю бобра. Может, увижу. Так, прошло уже трое суток, когда я здесь срыл плотину, бобер уже начал ее строить. Вот сегодня буду сидеть здесь, где-нибудь там засяду и посмотрю, может, он сегодня и появится. Появится, будем стрелять. Добрался я здесь до одного места, где, возможно, бобры появятся, а может, нет. Но сейчас подойду, посмотрю. Тут есть такой небольшой пруд, и в этом пруду, вот как раз вот так прямо, там такой есть остров, там бобриных хат, наверное, штук 8-9 точно есть. Вот будем сегодня здесь охотиться. В прошлом году сюда ходил, тут бобры грызли, где только. Вон тут даже видно, вон, пни погрызанные. Где-то надо будет забраться сейчас, посидеть, посмотреть, где он появится, бобер. Ну, пруд такой еще замерзший. Сейчас обойдем, посмотрим. Может, что-нибудь найдем интересное. Тут видно, что он грызет березы. Так, в принципе, он тут орудовал неплохо. Где-то будем сидеть, найдем такое
более-менее место нормальное. Только здесь растаяно и все. Дальше весь пруд замерзший. Сейчас где-нибудь место выберу. Будем сидеть. А так-то не видно, чтобы прям свежее что-то было грызще. Этот островок получается, вон там раз хата, два хата, три, четыре, пять, штук 10 там есть. Но пока так не видно, чтобы он где-то выползал, чтобы так свеже грызено, но где-то выползает, это однозначно. Сейчас попробую. Пойду так по кругу посмотрю, может что-нибудь обнаружу. Ну там есть какая-то такая полыня старая, где бобер выползал, видимо там по зиме. Так, пока ничего не наблюдается. А хотя, ну, тут что-то есть такое похожее. Он сюда ходит кормиться.
попробовать можно тут посидеть. Может что-нибудь да вдруг и появится. Итак, в общем, всех приветствую. В общем, сейчас стрелял по бобру. Ну, метров где-то 20 примерно. Пока там сидел, тоже ожидал. Слышу, кто-то лед так ломает. Клац, клац. Ну, что-то там происходит, в общем. Потом отошел в другую сторону. Такой посмотреть, что вдоль происходит. Еще где-то бобер ползает. И в общем такой иду обратно. Смотрю. Ну, тут в берегу. Бобер, короче. Шарится. Но пока так на телефон его снимаю. Ну не так не поймать. И пока в оптику и в телефон. Думаю, ай, ладно. Как есть, так есть, буду бить. Короче, стрельнул, лежит на месте. Правда, он не так стоял, как бы, всем своим телом на меня. Думаю, ладно, как есть, так есть, будем стрелять. Пуля все равно далеко не дойдет. А сейчас пойду к бобру. Ну, мне кажется, то, что он рыжий. Где-то шарится еще один. Как говорится, с полем. Ну, в общем, идем к бобру.
в общем, идем бобру к этому. Тут где-то еще один шарится бобер. Тут у него база такая довольно кормовая, неплохая. Да, вроде бы рыжий. Это у нас самец. Да, самец. Не самка. Тоже хорошо. Вот такой. Да, это вроде бы рыжие бобрюлы. Вот такой. Среднего размера. Закатал за ухо, под ухо вернее. Такой бобер красивый, хвост небольшой. Так, в общем, захожу опять в программу. Так, нажимаем охоту. Так, бобер. Так, нажимаем охоту. Так, бобр. Так, видим то, что я нахожусь в своих угодьях. Пользуюсь это фото. Отправка. Все, продолжаем и выходим. Вот такая бобрюга. Итак, вот добыл я второго бобра с мелкашки. Чизета 452 22 ВМР. Ну, такой бобер, скажем. Хвост маленький, а само тело оно довольно крупное. Цвет рыжий. Такой рыжий-черный какой-то маленько.
Вот, как говорится, вот так. Отправил ее на государственный сайт. Сейчас, я думаю, еще немножко поохотимся. И уж еще кто-нибудь появится. Так что заряжаемся. Сейчас пойду туда, в то место, схожу на угол, где было похоже такое, будто бы как ползает. Может, там еще кто-нибудь появится. Так что охотимся дальше. Черно-рыжий какой-то. Так, сейчас стрельнул еще одного бобра небольшого. О, такой прошлогодка, наверное. Такой довольно крупный все равно. Не сказать, что маленький. О, бобрюга. Тоже рыжий. Второй бобер. Хороший, килограмм 12 точно будет. Тут они точили как это, как сумасшедшие. Но главное, что не самка. Отправляю второго бобра долбитого. Время 9:14. Добыл 8:54. Пока сходил, достал его с этого места. Сегодня такая погода лунная. В принципе, хорошо. Сегодня бобры точат, грызут, как сумасшедшие. После выстрела, наверное, еще. Наверное, через минут 5-10 опять еще кто-то ползал. Вот такие два бобра.
принципе, одинаковые. Этот маленько чуть будет побольше, этот поменьше. Вот так они сейчас за ночь высохнут. Завтра посмотрю, какие они там. Ну, как бы рыжие такие. Такой рыже-черный такой. Это тоже, походу, такой рыже-черный. Ну, довольно-таки два крупные. Этот поменьше, тот побольше. Ну вот, получается у нас такой бобер рыже-черный. Ну, как бы получается, а этот вообще такой рыжий, маленький. Такие два бобра, как говорится. Вот прям рыжий такой, а такой черненький маленький.